Алексей Петрович, нам надо поговорить. Я слушаю вас, Екатерина Алексеевна. Это я хочу послушать вас, Алексей Петрович. Я бегаю за вами уже 2 недели. Ведь канцлер не кукла Петрушка, чтобы подскакивать по каждому требованию. Значит, были безотлагательные дела. Мать наследника престола тоже не пустое место в российском государстве. Как вы заговорили? Вы, наконец, дозрели до действия. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем с вашей стороны. Гетман Разумовский, вы, наконец? Против меня граф Шувалов с братом. Но Разумовский не вся гвардия. Вам надо завоевать сердце каждого гвардейца. Как вы себе это представляете, Алексей Петрович? Здесь надо подкупить.